16-летний киевлянин решил вернуть Владимиру Путину часы, полученные от него в подарок 10 лет назад. В 2004 году перед визитом Путина в Киев украинцы задавали ему вопросы через интернет. Среди обратившихся к российскому гостю был и тогда 6-летний Андрей Синько. Вопрос мальчика был таким: о чем мечтает президент России? Президент России ответил тогда, что хочет счастья и жизни в мире для всех детей и их родителей. Владимир Владимирович, я обращаюсь лично к вам. Я с детства воспитывался в любви к своей родине, Украине, и к своему народу. Я мирный человек, но если будет надо, я готов пойти защищать мир на своей земле. Я помню ваши слова о ваших мечтах. Вы говорили, что хотите, чтобы все были счастливы и жили в мире. Но вы мне солгали. Хотя бы поэтому я вынужден вернуть вам ваш подарок. За 10 лет Андрей ни разу не надевал часы. Поначалу они были ему велики, затем на семейном совете было решено, что он не будет их носить до совершеннолетия. Несколько дней назад подросток получил паспорт, однако решил отправить подарок в Кремль Владимиру Путину.